Всем привет, с вами я, Мария Абрамкина, интернет-магазин M-Cosmetic. Сегодня речь пойдет о сияющей коллекции от фирмы TNL под названием Glitter Effect. Еще один эффект. На этот раз это коллекция блесток. Представлена огромная палитра. Чем можно удивить в блестках? Конечно же, качеством сияния. Переливаются они что надо. В два слоя все цвета выглядят плотно и сверкают очень насыщенно. Наносится приятно. Есть едва заметный запах. У всех блесток разный помол и есть цветовой подтон. Они как будто смешаны в витражном геле. Выглядит очень красиво и необычно. Необычные цветовые решения тоже изюминка коллекции. Черный и мерцающий. Красота! Ярких и цветных экземпляров тоже на любой вкус. Очень богатая палитра. За счет мощной голографии и микса блесток сияние выглядит очень объемно и дорого. Любоваться можно долго. Цвета от А до Я в два слоя, действительно на любой случай. Из золота понравились два нетипичных оттенка, номер 1 и номер 40. Сияют они невероятно. Жаль, видео не передает всей красоты переливов. При дневном освещении могут ослепить человека. Мне понравилось, что все миксы блесток разные. Есть крупные в сочетании с мелкими или голографические, просто однотонные, замешанные в цвет. Отдельно хочется выделить два плотных цвета. Крутые оттенки с блестками действительно большая редкость и есть не во всех коллекциях. А эти хочется рассмотреть отдельно. Номер 50 в один слой получается космос, просто фантастический. Глубокий цвет, посмотрите, какие переливы. 34 номер – мокрый асфальт, плотный, всего в один слой. Он покорил меня. Я не смогла удержаться и решила сделать его основным цветом на модели. Очень укрывистый, все честно, в один слой. Тонкой кистью дорабатываем у кутикулы и по бокам. Наносим дальше в этой же технике. В работе приятные и послушные блестки раскладываются равномерно.
Далее черный от Коди, номер 76. Наносим на средний, немного не доходя до кутикулы. А максимально близко к ней наносим уже блестки от TNL. Тонкой кистью дорабатываем. А сухой кистью растушевываем переход. Делаем своеобразный градиент из блесток. Все просто и быстро. Вуаля! Возьмем прекрасное битое стекло. Вырезаем из него сердечко. Примерно на глаз. Фон будет черным. Крепим его. О том, какие дизайны можно сделать с битым стеклом и как его крепить, все тонкости вот в этом видео. Кликайте. Покрываем сверху базой от Коди, не сушим, и украшаем металлическими бульонками наше сердечко. Они, я напомню вам, не стираются в процессе носки, что очень удобно. Такой элемент декора должен быть в арсенале любого мастера. Работаем в темпе, выкладываем сердце. И, конечно, полимеризуем все в лампе. Той же базой ставим капли. Украсим опаловыми стразами. Сваровски. Последний штрих номер 29 из нашей сияющей коллекции. Тонкой кистью создадим блестящую тень вокруг сердца. Растушевываем. И полимеризуем. Топом без липкого слоя фиксируем стразы и наш декор. И завершаем дизайн. Наш дизайн готов. С вами была я, Мария Абрамкина, интернет-магазин «Имкосметик». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч! Еще больше видео на нашем канале. Присоединяйся!